Хотите, открою вам секрет? Только вы о нем никому не говорите, пожалуйста. В общем, ребят, вы знаете, почему кот Макс такой красавчик и лежит здесь? Да все очень просто. Я еду на тусовку блогеров. На очень крутую тусовку. Хотите, я вас с собой приглашу? Я вам по секрету расскажу, что я еду на видеожару. Это был тур по городам, но я не смог поехать во Львов и в Одессу, в Харьков, в Днепропетровск. Меня просто укачивает в вагоне. А вот в город Киев 9-10 июня на финальный фестиваль блогеров я обязательно приеду. Макс, ты, конечно, прав. Мы знаем, что ты хитрый котик, но на видеожару собрались ехать мы. И мы очень хотим встретиться со своими подписчиками. Больше всех об этом мечтает, конечно, Маша. Илюша, подписчики мои. В прошлом году мы просто улетно провели время на видеожаре. В прошлом году мы встретились со Стасом Давыдовым, мы встретились с Берсиком, мы встретились с кем, Маша? С Николь Крэйзи Фэмили. Мы с Николь, да. Мы сфотографировали. Мы провели время просто замечательно. Мы бегали на батутах. Мы вытворяли такие классные вещи, которые просто нигде нельзя провести. А увидеть такое количество блогеров – это мечта каждого ребенка и, конечно, взрослого человека. Поэтому мы приглашаем вас 9-10 июня на арт-заводе «Платформа» состоится этот просто потрясающий фестиваль. Ну, а сказать, что билеты дорожают, и в день фестиваля будут дороже, а может их вообще не хватит, а вы, конечно, забыли. А вот я побеспокоился о наших зрителях и оставлю вам в описании ссылочку на билеты на видеожару. Вот прямо сейчас переходите и покупайте билеты, пока их всем хватит. Так вы гарантированно увидите меня. А еще на фестивале будут такие топовые блогеры, как This is Хорошо, Стас Давыдов, Вилсаком, Мэри Сэм, Топлис, Настя Трапецель, Влад Бумага и многие-многие другие, которых вы так мечтали увидеть. Конечно, мы на сцене не будем выступать. Мы, может быть, будем выступать на сцене, мы еще не знаем. Но зато, кстати, ребята, мы попали в номинацию «Блогосфера». Номинация «Хвостатый блогер». Нам очень нужна, кстати, ваша помощь. Проголосуйте за нас. Пожалуйста. Потому что без вашей помощи, конечно, у нас ничего не получится. Я вам оставлю ссылочку в описании, куда нужно зайти, проголосовать, найти эту номинацию «Хвостатый блогер». Там вы увидите меня, но с такими вот длинными рыжими волосами. Я люблю менять свой стиль. Маша наша не меняется, а вот я люблю меняться. У меня, конечно, волосы. Ну, немножко подросли. И обязательно с вами увидимся. Если вы нас узнаете, не стесняйтесь, подходите, фотографируйтесь. Мы подготовим подарки. Подготовим подарки нашим зрителям. И обязательно, ты там руками машешь, ты меня закрываешь. И обязательно вам их все подарим. Я думаю, мы все? Очень классно, ну, не всем, кто нас встретит на видеожаре, мы обязательно приготовим подарки. 142 тысячи, спасибо вам. Очень много, спасибо вам большое. Я думаю, мы возьмем даже кого-то из наших животных. Голосуйте в комментариях, кого вы хотите увидеть с нами на видеожаре. А я Алису. Макса или Алису. А я хочу увидеть своих родных подписчиков. Хочу с вами сфоткаться и... Снять влоги, только в зале, я только вас всех увидеть не могу. Некоторые живут в Италии, нас смотрят. Маша очень сильно мечтает увидеть своих подписчиков. Это очень ее мечта. И я тоже надеюсь, что она благодаря этому мероприятию сбудется, и мы всех вас увидим. Ребята, ждем вас на видеожаре! До встречи в Киеве! Ах да, не забудьте написать в комментариях, возьмите кота Макса на видеожару. Надеюсь, они так поймут, что без кота Макса видеожара уже не та. До встречи в Киеве, всем пока-пока!